Фэнг и Бастер наконец добежали до Бролливуда. Лола даже слушать их не хотела. Она была очень зла и, не выслушав ничего, сказала, что Бастер уволен. После чего отвернулась, показывая, что ни за что не послушает их оправдания и хочет, чтобы они ушли. Бастер так и знал. Что же теперь ему делать? Ведь это была его мечта. Фэнк хотел подбодрить парня и спросил, разве ему больше нечего делать? А как же месть за Спайка? Бастер опомнился. Точно, не зря же Мэг улучшила кинопроектор. Газ был вместе с Эдом и Колет в сувенирном магазине. Настроения у парня не было. Его сердце что-то чувствовало, но он не понимал, что. Парниша устал сидеть в этих стенах и сказал Эду, что пойдет прогуляется. Эдгар спросил, все ли в порядке. «Да», — ответил Газ. «Просто надо подышать свежим воздухом. Тогда хорошо».